Извините, а вы не подскажете, какой автобус едет до магазина? Какой? Бабуинкины глазки. Какой? Бабуинкины глазки какой-то магазин. Какой? Бабуинкины глазки. Не знаю такого, ребята, я магазин. Всем привет, с вами Никита Грейкс. Сегодня у нас будут пранки на Семеновском озере города Мурманск. Будет очень смешно, подкат, неадекватность в разговорах тоже будет. Собственно, и многое другое. А вот мой друг Влад. Всем привет. Подписывайтесь на его канал, ссылка будет в описании. И, кстати, не забудьте взять с собой очень много еды, потому что будет очень смешно, будет угарно. Вы будете орать до слез. Да, до слез. У вас все затоплено будет, я вам говорю. Поэтому несите с собой холодильник еды, новокупленный, и подписывайтесь на канал. Всем приятного. Так вот. О, привет, что случилось? Голова болит. А чё? Я не знаю, сейчас убираю. Сейчас... Скорую вызвать-то? Не, не надо сейчас. Должно пройти, что-то очень плохо. Есть что-нибудь? Таблетку не топить. Ты попробуй снег приложить. Да не знаю. Скажите, пожалуйста, что делать, вот, когда голова заболела? Моя? От чего голова болит? От чего голова заболела? Да, время еще рано, я думаю. Ничего, обезболиваешь. Угу. Полдина найди. Но он один-то не желательный. Мозган, что-нибудь. Хорошо, спасибо. Давай. Гулять будет. Вот. Ладно, Влад, давай. Аккуратно там у тебя с ногой. Влад, ты чё? Ногу прихватила. Не выпрямить ничего. Не сесть, не встать. Блин. Скажите, пожалуйста, а вот ну, человек ногу прихватил, что... Он что-то шел, подвернул. Да. Ну, а где болит? Вот. Вот это сейчас домой тогда пойдем, пора посмотрим. А я сегодня на идем. В каком месте? Может, замерзла просто. Ой, так, сейчас. Я думаю, что, ну, конечно, оно такое-то докрылось. Я помогу ему сейчас до дома. Да мы дойдем. Вот. Хорошо, хорошо. Спасибо за помощь. Помогают всегда. Угу. У нас в Мурманске таких людей мало, конечно. Очень. Да. Но вот я сел, даже если это был пранк, Зашел, но люди подошли. Да. Вообще, а некоторые просто мимо проходят и все. Да, и внимание даже обращают. Пенсионеры, например, все. Угу. Из Кальска, да? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Извините, а вы не подскажете, какой автобус едет до магазина? Какой? Бабуинкины глазки. Какой? Бабуинкины глазки какой-то магазин. Какой? Бабуинкины глазки. Не знаю такого, ребята, я магазина. Нам сказали, тут есть такое где-то. Вот там в этом магазине продается еда такая. Еда. Там пончики всякие, шаурма. Не знаю, ребята, а вы не знаете, какой здесь самый близкий магазин, где шашлыки делают там? Шашлыки? А я знаю, что есть магазин, потому что я приехала, вот там около зари. А туда, это... в ту сторону ехать, до весны доехать, так это... и вперед пройти, там и шашлыки, и шаурма. В смысле и... весна? Весна... Подожди, подожди. До весны. А, весна. Ну, слушай, весна, магазин. Там сейчас Пятерочка. Мы вообще без понятия, мы это...
А вы хотите покушать, что ли, где-то? Да. Ребята, вы вот здесь вот есть суши. Любите все здоровье? А на готовите суши? Вы же суши любите? Ну да. Ну, там есть. А суши это что? Ну, роллы, суши. Роллы, да, роллы, да. Там и кафе есть. А вы не знаете, где тут самый ближний хостовары? И там и хостовары есть. А, хорошо, спасибо. Там удачи вам. Печенье. Извините, а вы не знаете, здесь есть? Ну, только не смейтесь. Такой магазин Бабуинкин и Глазкин. Он просто где-то тут рядом вроде есть. Вот мы просто слышали. Такое смешное название. Да, в интернете нашли. Здесь где-то есть. Не знаете, на какой улице или где-то какие-то... Вроде где-то там. Вот какая-то вот там, да, Узбекская по карте. Узбекская улица. Узбекская, но говорили. Нет такой? А этот улица Хлобы... Хлобыстого? Хлобыстого. Хлобыстого это вообще на жилстрое. А это где? А улица этот... Пять углов? Или это пять, не вот? Пять углов, площадь пять углов. Это центр, где самая Арктика. Скорее всего, там. Вот здесь остановочка, садитесь. А на какой автобус? На любой, наверное, можно. 18-й только очень далеко идет, петлю большую делать. А так на троллейбус тройку, самое удобное. А тут сколько проезд? 50 стоит? Или? 33. А, 33. У нас мы просто с Москвы, у нас вообще 55 стоит. Завысить. Дать вам? Не-не-не. Да не-не-не, спасибо, у нас карточка. А, карточка. Да. Ну, по карточке. Вот здесь. Остановочка. Все, спасибо, удачи вам. Памятник Алёше. Ух ты! Вот через него на дорогу выйти, на дороге, по дороге, вот так вот. Ну, тут, ага. Если время у вас есть, сходите. Туда. Хорошо. Оттуда видно и причал, и залив, и это... Здесь залив есть? Ну, как же он? А, я на просто сопку. Не видел. Залив-то за ней, сопку, видите? А на лыжах тут есть где-нибудь склоны какие-нибудь? Так вон прямо здесь можно, ты что? А где лыжи-то? Да, в аренду, если есть. Ну, нету такого. А, нет? Это надо ехать. А как вы считаете, здесь можно на, ну, уже на велосипеде ездить? Конечно, а что, я зимой езжу на велосипеде, да? Ничего. Ну, скользко. Мы нету, так что не это, мы... Так вы и снег, наверное, не видели. Ну, разве что там в феврале нормально. Ну, вот это озеро Семеновское. Семеновское. Почему вы его так назвали? Тут этот, собака Семен. Когда-то был дед Семен здесь, на этом месте, сейчас якобы, по легенде. И вот он назвал сейчас его... Вот это изба, изба Семёна. Изба Семёна. И вот это участок. Уже в это время. Так что, там, не закрыто? Да, закрыто. Тогда спуститесь, спустите. Да, спустимся, спустимся. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Удачи вам. Удачи. Ладно, давай, пока. Расскажите, пожалуйста, аптеки больше покупаете? Справа там где-то, на горе вроде. А что как герой Сервомарцев? Это вот проспект. А что такое проспект? Ну, улица. А-а-а. Типа улица? Ага. А 78 это по улице? Смотрите, какой там номер-то? Значит, собрать все в другую сторону. А там магазин. Там нам надо кое-что забрать. А мы просто нет. Там дом жилой, вроде там кольцо какое-то чесается. Не, в магазине что? Там эти хостовары. Что такое хостовары? Подойдите к дому, то вы видите, какой там номер.
все, я понял. Red.